Привет, видел новость сегодня, 14 октября, в Москве выпал первый за последние полгода снег. Что думаешь об этом? Что такое пометка интересная за последние полгода. Хочешь ли тебе видеть такие пейзажи в Хайфе, хотя бы для разнообразия? Смотри, такие пейзажи должны быть зимой, во-первых, то есть октябрь — это не зима. Октябрь — это как бы ранняя-ранняя осень, ну, такая, может быть, средняя осень. Поэтому если где-то есть, это как индикатор говёного места. Если в октябре есть снег, значит, к сожалению, место пахнет вечной мерзлотой. То есть это сразу на выброс. И здесь снег, ну, пожалуйста, будет в горах. Хермоныч, будет в декабре, январе снежные шапки захочешь. Там, ну, как бы сейчас, наверное, там закрыто пока из-за всяких действий. Потом откроется, все решат, и будет тебе Хермоныч. То есть проедешь от Хайфа километров, наверное, 50-60. То есть час езды, и ты как бы полезешь в снег, только в чистый. Не в дресловый снег, вонючий, с серыми тачками грязными, а в чистый нормальный снег.